Анастасия Прогурзина, здравствуйте! В России в самом разгаре сезон цветения лотосов. Этот нежный цветок занесен в Красную книгу, поэтому срывать их нельзя. К тому же бутон сразу начнет увядать. Насладиться их цветением можно лишь в течение недели. Дальше лотос закрывается в коробочку, а его семена опускаются на дно, чтобы прорасти в следующем году. В Белгородском регионе главная локация с лотосами – пруд в Быковке Яковлевского округа. В воскресенье 11 августа в Старом Осколе днем плюс 24-25. К ночи температура опустится до плюс 19. Ветер западный с порывами 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 743-746 миллиметров ртутного столба.